Всероссийские соревнования по боксу Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» стартовали во дворце спорта «Триумф». В нем принимают участие более 20 люберецких спортсменов. Подробнее в нашем сюжете. Такие события, спортивные состязания, они привлекают внимание. И, естественно, кто-то из люберчан, молодых людей, глядя на эти все спортивные соревнования, примет решение тоже заняться боксом, а возможно другим видом спорта. Но самое главное, наша задача – вовлекать наших ребят, ребятишек в спорт. Всероссийские соревнования по боксу проходят в Люберцах уже в 27-й раз. В этом году в них принимают участие спортсмены из 29 субъектов Российской Федерации. Турнир посвящен памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. 95-го года непрерывно люберцы никому не отдавали этот турнир, хотя очень многие посягали на него и проводили из года в год. И даже несмотря на пандемию, я знаю, что в прошлом, позапрошлом году этот турнир проводился, и много людей, ребятишек приезжало к нам. Я чрезвычайно благодарна. Участники относятся к разным спортивным школам, но на данных соревнованиях боксируют за «Спартак». Председатель РФСО Андрей Слушаев вручил медали за развитие общества Владимиру Ружицкому, председателю спорткомитета Владимиру Суркову, а также советскому хоккеисту команды «Спартак» Сергею Агееву. Я в первую очередь обращаюсь с большим уважением и почетом к главе города. Сегодня нам эти соревнования приехал глава, это говорит о многом, что будем продолжать. В соревновании принимают участие 211 спортсменов. Они выступают в 16 весовых категориях. Возраст боксеров 13-14 лет. Их оценивают судьи всероссийской и первой категории из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Тамбова и других городов России. Боксеры – это скорость, реакция, высота обработки информации. Как же должен быть физически, функционально готов к этому? Вот. Решение – это доли секунды. И чтобы воплотить это на всем, на любом уровне, надо быть функционально к этому готов. Важные соревнования, тем более возраст 13-14 лет – это начало большого ринга для многих боксеров. Поэтому здесь люди, наши боксеры доказывают, кто сильнее. Сефирбеков Мухаммед Али занимается боксом с 9 лет. Он представляет Белгородскую область. 26 апреля ему исполняется 14 лет. Лучший подарок на день рождения – победа. Но впереди еще 4 боя. Вначале пошел брат на бокс и записал меня. И мне это понравилось. Дисциплиной, уверенность, себя, тренировки. В этой же весовой категории 46 килограммов лидирует и боксер из Коврова. Александр Левин занимается данным видом спорта 3 года. Он настроен только на победу. Тренер помогал, говорил, как надо правильно все делать. Ну, вперед поджимать и слева начинать, потом справа заканчивать. Я рассчитываю на победу. Имена всех призеров будут известны 1 мая, в день завершения соревнований. Лучшие боксеры представят спортивное общество «Спартак» на первенстве России. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.